Мы только ради этого сюда и пришли. Сюда хотел сходить. В очереди легко постоять на туалет? Я только замыслился с этой мыслью. Столкнулся с этой проблемой. Ну, честно, уже в шоке. Не достояться в туалет, да? Да. Думаю, через забор надо перелазить. 30 кабинок туалетов? Нет. И все заняты. Много ли была битва за туалет? Нет, все происходит очень быстро. Люди достаточно вежливые, как бы не толкаются. Все очень хорошо. Долго не засиживаться в кабинках? Нет, все как обычно. Человек, вы танцуете, в туалет очень хотите или вам просто весь? Именно так, очень хочу в туалет. Поэтому танцуете даже здесь? Да. Вы тоже пританцовываете или вы все-таки держитесь? Я замерзла, из-за этого я трясусь. Вот так, люди даже пританцовывают, потому что очень хотят в туалет, но очередь большая.